Так, отлично. Вот кофемашина здесь стоит, очень раздражает. Отлично, сейчас закинем снус. Я достал новый, вообще новый. Да я не только достал новый, пацаны, я достал еще целую вообще наглухо коробку. Сделал такой, видите, ширик, чтобы был эффект присутствия. По-моему, вот так вообще конгениально. У меня здесь вообще коробка есть. Сейчас так буду закидываться снусом. Так, Гуччи вообще одел, роликсы вообще на мне, значит, я готов для хайповых движений. Да, еще бейп с акулой, сзади вообще акула. Так, коробка, смотрите, здоровая. И все это, пацаны, вообще наглухо от арки. Целый набор арка, вообще, чтоб не раздражало, чтоб не бесило. Продолжаю, короче, пацаны, вообще чилить в соло. Вообще я жалею, потому что если была бы тяночка, сейчас бы я ее, как я уже говорил, ловил бы я вот на эти вот штуки. Они очень хорошо вообще ловятся. Можно, пацаны, было пользоваться этим, но я вообще этим вообще не пользуюсь. Что вообще подбешивают. Одноразы такие вот вообще от арки. Смотрите, новая арка выпустила, новые одноразы. Хочу вообще их протестировать на 8000 тяг. Но самое главное, вот добро, вот какое добро. Смотрите, вот так вот. Можно даже, смотрите, тесто какое-то сделать, тесто, печенье, замутить печенье, потому что тянки нету, а в магазине одна химия. И можно прокатывать. Смотрите, у меня много-много блоков вообще с снусом. Новый, пацаны, снюс. Смотрите, сколько. В каждом, пацаны, блоке по вкусу. Ай, упала, милая. Так, все, вот они, пацаны, одноразы. А вот сколько у меня вообще снуса. Как вы думаете, насколько мне хватит? А я знаю ответ. Вот насколько мне хватит этого снуса. Перед закидыванием сначала попробуем новые одноразы, попробуем от арки. Бабы любят только хайповый, пацаны, шмот. Если шмот не хайповый, есть часы тухлые, все. Она сейчас такие матки, особенно пошли. Особенно в Москве, они будут считать тебя за лоха. Лан, тачки нет, а еще и тачки нет, если еще и хаты нет. Внимание, новая инфа, пацаны, о моей хате. Все же знают, что о хате уже, скоро будет хата, быстрее-быстрее хата. Вот здесь буду вращать я ключи от хазы. Внимание, новая инфа насчет хаты. Внимание, объект уже, скорее всего, сдадут в конце этого года в эксплуатацию. Все, уже все подключат, сдадут комиссии. ЖК уже будет принят. А на пальце я буду вертеть ключи. Внимание, еще ремонт, наверное, будут полгода. Года делать. Короче, как я сказал, уже где-то полтора года и все, и хата у меня в кармане, в руках. А там я вообще заживу. Новая хата, новый ЖК. Я начну водить. Начну водить тянок. Хайповый шмот у меня для этого вообще есть. Одноразы есть, снус есть. Современных маток буду ловить на вот это. На одноразки и на снус. Вообще будут вестись. Только она увидит у меня такие запасы. Хуй, она сразу мне даже морочить, пацаны. Даже не надо вообще будет. Понятно? Понятно. Так, пацаны, ну что, свершилось. Сначала начнем с одноразок. Попробуем, какие вкусы. Арка выкатила. 8000 тяг. Новая вообще арочка. Вообще нулячая. Так, QR-кодик здесь вообще присутствует. Первый вкус, вкус вишни. Ну что, пацаны, вообще, откупим кубышку. Новые одноразы арка. 8000 тяг. Одноразы от арки. Откупим кубышку, посмотрим. Так, блистер перед нами. Смотрите, вообще недешево. Смотрите, как круто все вообще организовали они. Откупим кубышку и вот так вот выжучим. Ух ты, вся рифленая. Так, силикончик такой присутствует. Чика. Опа, USB Type-C, есть. Арка 8000 тяг. На зуб попробовал сейчас вообще вот это металл. Это алюминий, то есть получается здесь пластик с алюминием. Молодцы, что вкус нарисовали, смотрите, на русском. А, вот такая вот она, и вот как челночок сделан, необычный дизайн. Так, попробуем. Вишня, пацаны, вишневая. Вообще очень мягко идет. У-у-у, арочка, молодцы, вкусы классные. Примесей вообще никаких нет. Внимание, сразу говорю, что здесь по ощущениям, внимание, сделали мешкойл. Точно, пацаны, мешкойл есть. Мешкойл я вообще сразу ощущаю, вообще сразу чувствую, потому что мягко идет и очень яркие вкусы. Сами жижи вообще изумительные. Вишня вообще наичистейшая. Удались. 8000 тяг, алюминий с пластиком. Для губ обалденный манштук сделали. Ой, смотрите, какая форм-фактор какой, а. В общем, короче говоря, крутотенечка сделана. Следующий вкус – манго-маракуйя. Окупаем кубышку. Попробуем манго-маракуйя. Внимание, уже другой цвет, такой оранжевый, очень приятный. На русском написан вкус. Арка. 8000 тяг, довольно много, вообще много. Быстрее бы хаза была. Сколько я уже жду, замучился. Главная хата находится в отличном месте. Вот туда я буду водить. Поставлю стол, кухню, кровать. И начну сразу, полезу вообще. На баду залезу. Ладно, пацаны, посмотрим. Вот это вот цвет вообще меня не выцветает. Ну-ка посмотрим, пацаны, как они валят. Короче говоря, как они отрегулировали, пацаны, тягу. Тяга вообще изумительная. Не тугая и не слабая. И хватает сразу. Никаких нет вообще задержек.
с этими одноразами вообще арка вышли на новый уровень. Одноразы вообще на уровне. 18 мл жижи долбанули. Mesh Coil 1,2 Ом испаритель. Никотина 20 мг. Аккумулятор 600 мАч. Вообще достойно. Пацану, а вкусы вообще достойные. Вкус у них есть кислое яблоко, черника, малина, вишня. Ух ты, бананово-вишневый. Ну, крутые одноразы. Мне очень понравилось, пацаны, вот это вот вообще форма. Вкус мята. Ух ты, лед из малины и ежевики. А это манго, персик. Так, сейчас будем закидывать, пацаны, с вами снус. Я очень соскучился, чтобы быстрее в снюс закинуть. А, хочу, чтобы долбануло никотосиком. Пацаны, вот это хочу долбануть, короче. Смотри, черника, малина. И коробка сделана вообще все по фэншую. Красивый коробок. Тоже написан вкус. Откупорим кубы. Вот так вот. И заниматься немножечко уже стал. Короче, на турник стал немножечко вообще залазить. Потому что надо. Короче, в качалочку вообще не хожу. Меня это вообще раздражает. Только в бассейне. Дома на турнике я жучусь. Хочу, чтобы к лету уже здоровые были дойки. Чтобы здоровенные были. Вообще хочу, потому что скоро будет хата. Надо быть подкачанным, потому что телега, тачка есть, роликсы есть, раскладушка, телефон. Вообще наглухо есть. Тело должно быть изумительное, потому что все должно быть готово к сезону, когда начну я уже водить. Нормально надо, пацаны, я думаю, на хазе будет оформить нормальную ванну. Чтобы тянок вообще это никак не раздражало. В общем, я там устрою. Боже ж мой. Так, откупим, пацаны, кубышку. Черника, малина, вишня. Вообще синий, весь переливается. Вот это приятно, что рифленый. А, вот это вообще напрочь алюминий. Ух, как красиво. Алюминиевая. Алюминиевая такая вот окантовка. Над дизайном абсолютно поработали совершенно. Черника, малина, вишня. Попробуем. Черника, малина, вишня. О, изумительный испаритель. Вообще просто наглухо. Вообще классный. Какой же мягкий Mesh Coil. Сюда под пацанчики долбанули. Как же он мягко идет. Как же он приятно. Короче, очень приятные новые одноразы от арки на 8000 тяг. Во, в общем, вы все прекрасно видели. Внимание, начинаем снюс. Все, снюс. Внимание, пацаны, 6 вкусов. Ай, берем вот этот вот. Смотрите, долбанем, берем вот этот вот блок. В каждом блоке по 10 шайб. Adidas серия лимитированная. Вообще не раздражает арка. Оригинал. Давайте долбанем. Снюс. Вот так вот, блядь. Вот так вот поденем. Хорошо упакованы. О, поддел. Есть. Берем один и вскрываем кубышку. Так, вот он, кубышку вскроем. На вторяк, бля, посмотрим. Вторячок. Все, вторячок здесь есть. В общем, шайбы, смотрите, они все серебристые. А сзади вообще прозрачные. Сразу видно, что они там белые, белесые. Вообще не бесит. Называется Adidas. Посмотрим. Откупаем кубышку. Те, опа, ух ты. Я же говорил, они вышли, арка вышли на новый уровень. У них продукты стали, пацаны, вообще безупречные. Так как паки пухненькие, наполненные. И я сразу вижу оборудование. Посмотрите, во-первых, как они уложены. Вот я открыл. Смотрите. Они, походу, обновили все оборудование. Посмотрите, как ровно все накладывается. Просто паки вообще безупречные. Оригинал. В общем, пацаны, типа мята, ментола. Это вкус оригинал. Ай, новая арка. Так, а это Кощей. Кощей. Вот она, это, пацаны. Кощей. Кранбери. Посмотрим, что же за вкус кранбери. Ой, как туго упакованы. Смотрите, как отлично упаковали. В общем, блоки обалденно запакованы. Кранбери. Пацаны, давайте, я купил кубышку. Смотрите, тоже такой же серебристый. В общем, он серебристый. Откупим кубышку. О, такие уже. Короче, уже такие розоватые. Так, пацаны, смотрите, манго грейпфрут. Это уже называется желтый. Манго с грейпфрутом. Откупим кубышку. Блять, манго грейпфрут. Посмотрим. Такие же розоватые. Да, манго, грейпфрут, да. О, вкус обалденный, манго, грейпфрут. О, Малибу, на пляже понежиться с ним, Малибу. Откупим кубышку, Малибу. По периметру арка, тут 20 грамм. Откупим кубышку, посмотрим, должны быть сильные, вообще сильные. Так, да. Малибу. Какой-то экзотический, пацаны, фрукт. Новая арка. Чупа грейп. Типа, видите, чупа грейп. Откупаем кубышку. Это значит, что это чупа, типа конфета с виноградом. Откупаем кубышку, чупа грейп. О, вообще красный. Смотрите, а сколько много наваливают, посмотрите, сколько накладывают там много. Да. Такая с кислиночкой. О, вот это вкусно. С кислиночкой, внимание. Виноград с кислиночкой. Не раздражает. Без тачки зимой ничего делать. Тачку взял. Все знают в моей телеге, в моем телеграме. Все уже видели, как я рулю. Внимание, тачку взял, понял, что зимой без точила вообще нечего делать. Если на велосе можно летом на велосе, зимой вообще без точила вообще нечего ловить. Очень бесит то, что Ютат запретил поливать матершиной. Тут написано, что это Ice Cool. Марат называется. Холодный, вообще холодный. Ice Cool.
Так, о, такие вот светленькие, чуть-чуть розоватые. О, такая продирающая, холодная мята. А, вот пальто, пальто называется. Грейп минт. Там была конфета кисленькая с виноградом. А здесь мята с холодком. Откупим пацаны кубышку, мята с холодком. А, о, такие же, типа лимоненький такой. Лимоны такой вообще, цвет лимонный. Ладно, пацаны, попробуем. Да, точно, с холодком. Виноград с холодком. Ладно, пацаны, давайте я попробую грейп соду. Посмотрим, сколько здесь. Так, кощей, видите, кощей. Кощей, я попробую кощей долбануть. Так, берем пакет, посмотрим, пацаны, на разрыв, во-первых, пакет. Чуть-чуть слегонсушки влажный. Запай, офигенный, запай, не бесит. Долбанем. Новый снюс от Арки. Куда ж, пацаны, без снюса? Все, снюс, 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 квакали, разрешили его, видите. Все, ГОСТ, сделали ГОСТ. Так, попробуем, все, сейчас заложим. Так, вот вода, где бадья? Короче, не взял я таз, тазом уже немножечко надоело. Теперь бадью. Снюса долбанем, заложено. А, гость, 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 гость. Все, заложил. Сразу пошел виноград. Вообще пошло. Так, жжет. Во рту распространился вообще виноград, виноградик. Сейчас бы в десна. Сейчас бы взять матку и... и ей бы дать снус. Вот так вот будет. Отлично. У меня будет снус, и у нее будет снус. Сами знаете, что делать под никотосом. Это вот такое дело. Подождите, пацаны, очень крепкий. Короче, сразу стал брать. Крепкая вещь. Сразу хватает. Фух, немножечко начинает тряска. Немножечко чувствую. Приливается кровь. Никотос пошел. Да. Жжение умеренное. Вот такое вот отличное. Надо, короче говоря, один сюда. Потом надо меня чередовать, что не в одно место долбить. И внимание, самое главное, не передерживать. И, естественно, пацаны, вообще не глотает. Но это, короче говоря, вообще все знают. Это аксиома. Это для тех, кто вообще не в курсе, кто вообще не знает. Даже такие идиоты есть, которые вообще даже не знают, что такое вообще снус. И снюс у них первоклассный. Походу здесь вообще адовые пацаны, крепость. Очень крепкий. Покраснел. Морда вообще покраснела. Так, стричься уже надо. Не знаю, как буду стричься. Мне кажется, стрижку какую-то надо еще. Вообще, может быть, вообще волосы вообще отрастить. Все отлично будет. Очень хорошо мышцы будут смотреться, когда злины волосами. Вот так вот волосы сделать. Ну, в общем, отлично. Еще, короче говоря, заказал много-много чего. Сайхерба. Внимание, разных витаминов, разных присадок. Буду оповещать в своей телеграме. Обязательно подписаться на мою телегу, на мой телеграм. Ой, гусь! Чу, короче, все, забирает меня. Все, сейчас все, буду вторяк из него делать. Раз, два, три, четыре. О, такой, нет, так приятность такая пошла. Внимание, все, не готов уже вообще напрочь поступил. О, все, такой расслабленный, все. Быстрее получить. Ласкать. Короче, все, сильная вещь. Арка новая, сильная. Отлично, что сделали такие. Это лимит эдишн, вообще не раздражает. Арка не то, что продолжает держать марку. Они вообще на новые уровни вышли. Вообще безупречные продукты. О, какой крепкий-то. В общем, не знаю, короче, вообще чуть-чуть подержал. Нифига он как долбает. Нихера, пацаны, как он накрыл. Вообще накрыл. Ууу, не катнулся здесь. Вообще, мама, не горюй. Быстрее еще получить. Ой. Очень приятные такие ароматизаторы классные туда воткнули в снюс. А в одноразах я посмотрел и натуральные аромки, и искусственные аромки, что в сочетании дает вообще вот такой вот классный вкус. Внимание, так же как и кофейные зерна, считается, что ни одна арабика и ни одна робуста сорта кофе, а лучше смешивать и робуста, и арабика. И вот в сочетании вообще изумительно, так же и здесь. И в одноразке также и натуральные ароматизаторы они миксуют с искусственными. Такая вот смесь получается более насыщенная. Такое приятное расслабление, внимание, от никотоса. В общем, сразу, и я уже даже, представляете, понимаю, сколько я закидывал уже снуса, я уже понимаю, что здесь чистейший медицинский никотосик используется. Фу. В общем, вот такое вот вообще расслабление очень-очень приятное. У меня столько много теперь снуса арки. Хватит на 2 года. Да, кстати говоря, теперь на 2 года мне этого хватит, потому что его очень-очень много. Смотрите, сколько вообще блоков. В очередной раз арка всех разорвала. Вообще под корень, почистую, потому что 2 обалденных выкатили продукта. Обалденный новый снюс арка. Обалденные вообще одноразы. Все здесь в этих одноразах вообще сбалансировано. Что и аккумулятор, что и тяга, что и вкусы, и мешкоил классно прям отрегулировали тягу, я, как я сказал, уже вообще изумительно. Тяжеленькие, сразу видно, что хороший аккумулятор воткнули. И, внимание, много закачивают жижи. Да, пацаны, это премиальные вкусы. Попробовал, пацаны, я 3 вкуса и...
В общем, арка это топ. Дворецков вмешивается. Все, пацаны, скоро я на своей тачечке буду заезжать с новой тяночкой на хазу. Надо выбрать, знаете, какую тянку, чтобы она была красивой на морду. Потому что тачка классная, хата в новом ЖК классная. И надо, чтобы тянка тоже была красивая. Надо искать красивую, с хорошим характером, и внимание, вообще красивую, чтобы была. Чтобы было с ней приятно, классно. Я не мог взять лоховскую тухлую тачку. Не мог. Там уже зашквар, это лоховство, это мне не по масти. И такую же матку надо брать, такую же красивую, чтобы она мне добавляла статуса. Не, ну это будет тухло, если выходит такой шикарный, породистый мужчина. И внимание, рядом со мной такая какая-то убогая, какая-то там матка. Это вообще будет тухляк вообще полный. Если она будет какая-то уродина, это надо, чтобы она вообще все вообще делала. Вот так вот свистнула, вот так вот поманила, и она уже бежит только так. Только так я стерплю, если она будет, короче, пацанва, вообще уродка. Тогда да, если будет некрасивой, тогда я это стерплю, и все вообще будет делать. Как подручная. Кто-то зайдет, скажет, где твоя тянка? Какая тянка? Ну, которую ты новую себе взял. А я так буду отвечать. А, вон там вот она спит тут вот на коврике. Вот тогда это будет, да, тогда я стерплю. Если даже на коврике будет внимание. Ну, а так... Естественно, должна быть красивая красотка. Надо брать красотку. Второй нюанс. А если она красотка, значит, она будет на характере, она будет скверная, вредная и противная. Короче, ладно, посмотрим. Все зависит от ключей, потому что, как я сказал, будет хаза, считаю уже, ну, будет через полтора года будет хаза, внимание. Тогда да, тогда можно брать. А сейчас что брать, если чего нету? Что, на одной тачке? Да. Ну, это сколько поедешь? 5 раз поедешь. Типа, взял, познакомился, да, поездил 5 раз. Да, базара нет с ней, с маткой, со стенкой. И что, 5 раз ездил, а потом все равно... Дело дойдет до того, что куда-то нужно ее внимание, пацаны, чего? Вести. Вообще вести. А куда я поведу? Там в машине все это делать? Не, не пойдет. Обязательно нужна будет хата. Как я сказал, уже должно быть комбо. Даже можно не иметь точило, но хата обязательно должна есть. Потому что это должна обязательно хата быть. Потому что все равно куда-то нужно будет ее мне, пацаны, вести по любасу. Ну, 5 раз едешь на тачке. И что? А потом куда ее действительно вести? А вот на свою хазу, на обставленную, в своем телеграме я буду все, как я сказал, уже публиковать. Что я закупил на новую свою хату. Внимание, пацаны, я сейчас вообще под снусом. Вообще убойный снус получился у арки. И такие вот одноразовые Дворецко вмешиваются. Я думаю, пацаны, я отлично вмешался. Внимание, пишем комменты вообще внизу. Да, и вмешался.